На конкурс дети читают стихи. Здравствуйте, меня зовут Даша Богатырева, мне 6 лет. Сегодня я расскажу стих, который написала Марина Богодицкая. Стих называется «Колдунья». И мне он очень понравился. Сидит колдунья, дуется на целый белый свет. Колдунья не колдуется, и вдохновенья нет. Наколдовала к завтраку из Африки банан. И появилась «Здрасте вам» из Арктики буран. Ну ж, наколдовала к ужину в стаканчике пломбир. И убедилась с ужасом в стаканчике кефир. Ну что за невезение, ну что за наказание. И даже вместо пения выходит рисование. И даже вместо курицы выходит пистолет. Сидит колдунья, дуется на целый белый свет. А может, кто и дуется, тому и не колдуется? Спасибо за внимание, до свидания.